Здравствуйте. Рубрика «Минутка с психологом». И с вами Виктор Гребенников, психолог из Алматы. Вы, наверное, не догадываетесь, но всего лишь одна минута смеха в день творит чудеса. Мы с вами знаем, что привычка вырабатывается от 20 до 40 дней. Люди привязали это к неделям и решили, что за 21 день формируется привычка. Так вот, если смеяться одну минуту в день, 21 день, у вас формируется привычка хорошего настроения. Потому что когда у человека нет хорошего настроения, когда он страдает, у него напряжение, у него стресс, у него вырабатывается кортизол, адреналин, то, что создает такое напряжение, состояние борьбы, и это утомляет, это истощает. А вот что скидывает да, это напряжение? Это физические нагрузки, когда мы плачем, когда смеемся и когда работаем над собой у психолога. И смех – это самый веселый, самый легкий, самый надежный способ помогать себе. А если вы будете смеяться два раза по 21 дню, то есть 42 дня, то у вас будет шикарный результат. Ваша биохимия перестроится на позитив. Вы начнете исцеляться, уйдут недуги и физические, и психологические. Поднимется настроение, самооценка, и все будет хорошо. Смейтесь так, как вы это умеете делать. Но если вы хотите смеяться грамотно, смейтесь долгими маленькими выдохами, такими как и уже через 20-30 секунд смеха вам станет тепло, начнет кружиться голова. Это значит, начали вырабатываться эндорфины. Смейтесь на здоровье!